Около 100 призывников из Одессы и Одесской области отправились в учебные центры Васильков и Десна. Там они будут проходить военную подготовку. Традиционно перед отправкой молодые люди выслушали напутствие от руководства территориального центра комплектования. Пожелание достойно нести службу и справляться со всеми ее трудностями. Также присутствующие представители духовенства провели обряды освящения призывников. Часть одесситов будет проходить службу в воздушных силах Украины, часть в сухопутных силах. Всем призванным на срочную службу гарантируется социальная защита, в том числе единоразовая выплата в размере 3970 гривен. Призывники, которые работали офіційно на підприємствах будь-якої власності. При призові на строкову військову службу за ними зберігається середньомісячна заробітна плата на їх підприємстві та робоче місце на весь строк проходження служби. Проводить призовников в дорогу прийшли їх родні і друзі, яким складно справитися з волненням і переживаннями. Емоцій багато, їх передати родителям, наверное, хто провожав, вже знає. Я сам служив. Переживаю, звісно, як люба мама, але успокоїв, переубедив. Настрой большинства молодых людей оптимистичны, однако они не питают иллюзий. Всем известно, что легкой службы не бывает. Многие явились сюда самостоятельно, даже не дожидаясь повестки. В армию, честно говоря, не особо хотел идти, но прятаться тоже не хочу, поэтому... После торжественного собрания и небольшого концерта, призванного подбодрить будущих военнослужащих, состоялось прощание с родными. Сегодня ребята отправятся служить в Киевскую и Черниговскую область. Всего в рамках осенней кампании планируется призвать на службу около 800 одесситов.